Друзья, всех приветствую. Итак, для легкой заусовки нам понадобится алмазный диск от DLT, король дисков. Ну и вот такой вот заусовщик. Давно им пользуюсь, и меня попросили сделать краткий обзор. Здесь установлено 6 подшипников. И вот такая вот наклейка, чтобы не царапалась плитка. Установим болгарку и затянем хомут. А здесь мы выставляем градусы. Можно выставить больше, чем 45 градусов. Далее прикрутим пыльник. Ну и настроим обхват под болгарку. Здесь мы регулируем расстояние по вылету. После того, как настроили, затягиваем хомут. Вроде все настроили, и пора испытать этот агрегат. Но для этого возьмем проблемный керамогранит, ну и попробуем сделать запил. В начале запила мы держим только левую сторону станка, так как справа подшипники не упираются в плитку. Как только они дошли до плитки, станок можно держать везде и спокойно пилить. Ну а в конце мы держим только правую сторону станка, так как в конце левая сторона подшипников не упирается в плитку. В принципе, пилит быстро и легко. В конце не скалывает. Можно еще слегка пройти черепашкой и все. Лично мне аппарат понравился. И я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. А на сегодня у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание.